Всем привет! Сегодня будем готовить вкуснейшее блюдо из картошки – французские крокеты с сосисками. Эти горячие шарики получаются хрустящими сверху и нежными внутри. Вкусно и красиво! Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В толченую картошку разбиваем яйцо. Добавляем соль. Перец, сладкую паприку, столовую ложку с горкой муки и хорошо все размешиваем до однородного состояния. Сначала размешиваем ложкой, потом можно руками замесить, чтобы было все однородно. Картошку я сварила заранее в подсоленной воде, размяла толокушкой и дала ей полностью остыть. Вот такая картофельная масса должна получиться. Теперь берем сосиски и нарезаем их кружочками толщиной около сантиметра. Дальше приступаем к формированию крокетов. Набираем картофельную массу, делаем из нее лепешечку. По центру кладем кусочек сосиски. И заворачиваем, затем формируем шарик. Такую процедуру повторяем, пока не закончится вся картошка. Затем наливаем в сковороду или другую любую подходящую посуду много масла для фритюра. Хорошо его разогреем потом. И уже будем жарить крокеты в разогретом масле. Обваливаем каждый шарик в муке. Затем обмакиваем яйцо во взбитое. И в сухарях панируем хорошо со всех сторон. Такой запанированный шарик погружаем в раскаленное масло. Жарим наши крокеты со всех сторон до золотистой корочки. Достаем на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Вот и все. Хрустящие картофельные крокеты с сосисками готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.